Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Mercedes Vito. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салоном. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол голый металл, задние арки также ни единого куска. Ни шума, ни виброизоляции нет. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. На крыше небольшие полоски вибропласта присутствуют. Переднюю часть смотрим. Пол также голый металл. Ну и двери. Несколько полосок вибропласта. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на V-классе Mercedes. Проклеим у нас таким ковром пол в салоне. Проклеим задние арки, крылья. Тщательно прокатываем валиком. Также обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта толщиной 3 мм. Второй слой нанесли шумопоглотитель Integra 6 мм. Всего их будет 4 слоя. Продолжаем нашу работу. Закончили, друзья, клеить шумоизоляцию на Mercedes Vito. Проклеена с мембранной шумоизоляцией Wolf. Мы используем блокшот, толщина 7 мм. Также проклеены задние арки, проклеены задние крылья. Мембранной шумоизоляцией Skyline мы обработали потолок. Двери обработали третьим слоем вибропласта, толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. У нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!